Всем привет, с вами Фри. Сегодня среда, 4 апреля. Стало быть, пришло время вскрывать недельные сундуки. Но перед этим я еще и легендарочки вскрою. Две штучки на мага. А начинают уже падать нормальные легендарочки, потому что очень много легендарок скрыто для мага. И по этой причине пора лутать уже что-то такое толковое, усиливающее конкретно ДПС, а не выживание. Ну что ж, идем скрывать сундучки. Начну с воина. Закончу ДК. Посмотрим, что толкового упадет. Может быть, удастся получать что-то классненькое. Конкретно для ДК. Шанс, конечно, крайне мал, особенно если это будет лишь всего лишь какая-то 960-я шмотка. Я понял. Окей. Все-таки ДК персонаж у меня одет, и поэтому вещицы для него нужно лутать с уровнем Б. А плащик я оставлю ради эквипа. Пускай лежит. Один слот займет, да и ладно. Все равно надо будет сумки вытрясать на воине. Да и на шамане тоже. Уж слишком много всякого интересного добра накопилось на этих персонажиках. Ну, паладину-то сейчас упадет что-то толковое. 100%. О, это тринкет с избеганием. Машинка. Разве она падает для прота? Неплохо. Ну, это больше, конечно, тринкет для дамагера, чем для танка на самом деле. Но все же. Я оставлю его. На смену легендарного, может быть. Почему бы и нет. О, чуть-чуть осталось до 75 уровня артефакта. Yes! Наконец-то прокачаю на паладине 75 в режиме АФК. Мечтал об этом. А на друида, мне кажется, сейчас какой-нибудь релик упадет. Все возможно. А, нет, это запястье 960-е. У меня есть, конечно, 65-е, но эти с другими статами, так что я их оставлю. Почему бы и нет. А, модификаторы текущей недели, кишащий, сотрясающий, укрепленный. А, много усиленных мобов, которые раз в 20 секунд при прохождении инста, даже вне боя, вы будете получать дебаф на себя 3-секундного срока действия, с которым нужно разбежаться друг от друга на где-то 6-8 метров, что ли. Примерно как-то так. Просто выдержать радиус этого круга. Самое печальное то, что процесс еды, либо какой-либо каст, сбиваются при окончании модификатора сотрясающий. Эти ноги абсолютно ни к чему мне. Самое главное аккуратно пулить мобов. Да и касты сбивать, потому что какой-либо произведенный каст на высоком укрепленном покажет место всей группе. Место на кладбище. Не более. А так неделя вполне неплохая. Ну что, остается лишь только надеяться на какой-то классный дроп. Поехали. Ну да, конечно. Почему бы и нет? 22-й катакомбы. Как раз таки инст, который объясняет за все косты. Ну и хорошая доля силы артефакта. Ну что ж. Что получается? Ни одной нужной вещицы не упало за все дропы. Как-то грустненько с этого маленько стало. И амантул не упал мне.
Хотя я уже умудрился сходить всеми персонажами. Ну, знаете, есть заранее собранные группы, которые собирают только на Аргуса. И там уже и с Сумоном, и с хорошей собранной группой. Что, кошечка? Вот, а вам я хочу показать одну интересную вещицу. Иди сюда. Иди почешу, иди поглажу, иди почешу. Иди поглажу. Опа. Ложись. Вот, хочу вам анонсировать одну интересную вещицу. Анторус Героя в пятницу в 16 по Москве. У кого будет желание, у кого есть эквип, то, конечно, само собой приходите. Если же эквипа нету, и вы только создали персонажа, там, не знаю, за союзную расу, за предзаказ БФА, то можете вступить в мою гильдию «Берегите ноги», в которой еженедельно собираются рейды в Antorus Normal в воскресенье. Конечно же, само собой, при наличии танков, хилов и прочих людей. Ясное дело, что при двух гильдейских людях собирать фуловой рейд из 30 человек, это будет как-то тяжко. Так что при наличии вашего желания можете заходить, вступать абсолютно у всех людей, участвующих в гильдии. Есть привилегия в виде приглашения. Да чего он ошибку мне пишет? Но суть-то в том, то, что у всех есть абсолютно галочка приглашать в гильдию каких-либо людей. Так что можете даже и не только мне писать, а и любому другому человеку, находящемуся в гильдии. Вот так вот. Всех вам благ, счастья, как говорится, там здоровья, чтобы легендарки хорошие падали, чтобы эпики хорошие падали с недельного сундука. Да и про события не забывайте. Все-таки мало ли вдруг вам интересно это для вновь прибывших персонажей или для каких-либо твинков, которые там, к примеру, до сих пор еще не получили такие достижения по типу героя своего времени, да и каких-либо прочих, может, вещичек хочется, схема прокнутых. Само собой, все это дело будет идти по персональному луту. Вот так вот. До скорого.